Чемпионат мира – это финал 100% восьмерки, а там уже, знаете, в финале 8 человек, а там уже как лотерея небольшая. Кто-то даже с высокими оценками дрогнуть может, допустить неточность. Вот. Но в целом вот любая гимнастка, она отличается шикарной техникой. Вот этого не отнять. Вот это для нашей команды, для наших тренеров высочайшая школа. Это надо... ну вот тут уже и высший пилотаж пошел. Элементы с перелетом, из закладок. Так что и базовая оценка. По шажочек сделала. Ну, шажочки есть, да. Но по сложности, по-моему, еще сильнее, упражнее, чем у разовой. Поэтому, ну, по исполнению уступила чуть-чуть по технике. Видно, что все-таки это у нас... Это Кустова, Кустова Диана, да? Да. Ну, это все-таки 7-й год и 5-е, 2 года, как мы отмечали ранее. Это очень серьезная разница в возрасте. Но я думаю, что с такой базой, вот именно технической и по трудности, большие перспективы. Вот, будущая звезда. Да. Одна из потенциальных кандидатов. Я думаю, что если сложится вся ситуация в пользу России с допуском к Олимпийским играм, то эта девочка обязательно будет на сборной команде. Хотя, опять-таки... Ну... Она сама, мы видим, недоумевает. Ну, это уже...